Хочу вам рассказать о двух интересных картинах. Они очень необычные, эти две картины, у них очень необычные истории. Необычность их в том, что вот ко мне в гости, когда люди приходят, они если видят вот эту картину, ну, они не знают, как на нее реагировать на самом деле. Ну, я когда на Таганке, у меня был центр защиты от стресса, когда ко мне много гостей приходило, и то у меня с одной стены были картины развешены, а с другой стены, значит, на стене были почетные грамоты всех министерств и ведомств, силовых структур и так далее. Поэтому гости, естественно, терялись, что это такое, что за организация. Но там же у меня все обучались. И пострадавшие от всяких форм насилия, и дети взрослые, и военные, и балерины, и художники. И там у меня даже выставки были, и там очень много чего интересного было. И вот как-то ко мне приходит Игорь Вовк. Ну, это известный искусствовед, директор Народной галереи. Ну, пришел ко мне в гости и увидел, там у меня стояла эта картина. Она еще была не оконченная. Такая вся, вот видите, какая, да? И он так посмотрел на нее, говорит: слушай, что это у тебя за... Я говорю: да вот у меня просто, ну, мне неудобно стало, у меня белил не хватило. Я говорю: ну, вот, понимаете, у меня белил не хватило. Он говорит: я тебя прошу, не трогай ты ее больше. Так никто не рисует. И дай мне ее на выставку. Ну, короче, она была у него на выставке. У него часто там организуются выставки. Вот. И она там есть, вот это, пожалуйста, музей виртуального искусства. Игорь Вовк, директор Народной галереи. Но я тогда и перестал ее больше трогать, и не стал ее дописывать. Она так и осталась у меня. Называется она Чабан. Чабан – это вот… Ну, я родился же в Дагестане, и там… Чабан – это человек, который, ну, пастух, но он там в горах высоко, там он пасет стада, вот, и он такой на этих высотах. Он такой земной, удивительно земной, и у него такие глаза, его не переубедить. У него есть свой взгляд на жизнь, потому что он непосредственно в этой жизни, конкретно. Да, от него зависит судьба овец, и он там как-то живет. И, короче, чабан. Вот, чабан, который пасет овец. Ну, вот это очень интересная картина, потому что некоторые на нее смотрят, и мне всегда приходится с извинением почти рассказывать, что мне белил не хватило, и тем самым постоянно упоминаю этот галерею народную, и постоянно упоминаю, что у меня в гостях был Игорь Вовк. Так что привет ему, если вдруг увидите, передавайте от меня, что скажите, Хасаэлев помнит, помнит. Ну вот, но вторую картину, которую я вам хочу показать. Да, ко мне пришел в гости друг моего друга, у меня же друг близкий, самый близкий друг такой, прям брат мне. Вот, это фотограф величайший, его друг ко мне пришел, а друг мой, который фотограф величайший, потом скажу, а то вы пойдете к нему фотографироваться, не надо, подождите пока. И вот его друг, а его зовут Виталий Владимирович Пацюков, приходит ко мне в гости. И среди других картин вдруг обращается к этой картине и говорит: вот настоящее искусство. А я ему говорю: да что вы говорите? Но мне это самое приятное, потому что Виталий Пацюков, извините меня, это один из выдающихся искусствоведов с мировым именем. Вы, пожалуйста, посмотрите в Википедии. Виталий Владимирович Пацюков. Ну, вы видите, член КОР, там, Академия художеств. Ну, там много чего, много чего. И этот человек, только увидев среди моих картин вот эту, сразу говорит: вот это настоящее искусство. Ну, конечно, мне приятно, но не всякий же владеет таким пониманием, таким чутьем, что такое искусство. Да при всех таких должностях, там, может, то есть он, как говорится, проверенный искусствовед, которым, как говорится, цены нет.
И вот он говорит, вот это настоящее искусство. Я тогда ему рассказываю легенду. Легенда, которая сопровождает эту картину. Потому что я ее писал именно с этим чувством, с этой легендой, которую я придумал к этой картине. Что вот этот ребенок, эта девочка, ребенок, а это отец. Он работал всю жизнь. Он один ставил на ногу ребенка. Он ее воспитывал, он ее кормил, он ее одевал, он ее водил на обучение. Короче говоря, он всю жизнь посвятил ей, работал бедным грузчиком. И картина у меня называется, вот в этой легенде, «Мой бедный отец». Потому что это ребенок, который у него сейчас на руках, эта девочка, она выросла, стала знаменитым художником известным и написала эту картину. Это легенда у меня такая. Написала она ее с такой трогательной любовью и чувством благодарности к отцу. И назвала она ее «Мой бедный отец». Но я Пацукову это все рассказываю. Он говорит, слушай, молодец, ну да. Ну, раз такие люди мне дают такие рецензии, извините меня. Я не ожидал, что она такая просто сверх необычная. Хотя я работал на ней вообще-то несколько лет. Потому что вот это чувство, мой бедный отец, отец, который посвятил ребенку всю свою жизнь. Да, и она такая признательная. Да, и слава Богу, выросла, стала знаменитым художником. И написала «Мой бедный отец». Она так и называется у меня, «Мой бедный отец». Ну ладно, я потом в следующий раз покажу. У меня есть что вам показать. У меня есть такие интересные картины. Ну ладно, друзья, до свидания. До встречи.